В Шымкенте штрафуют попрошаек. 77 человек доставлены в приемник распределитель за 2 дня. В центре города, где обычно больше людей, полицейские задержали и иностранных граждан. Женщины просили милостыню у прохожих. Своих доходов задержанные не скрывают. На жалости прохожих они зарабатывают от 10 до 15 тысяч в день. Однако условия, в которых продолжают жить попрошайки, шокируют. В помещении барачного типа полная антисанитария. В ближайшее время иностранных граждан по решению суда депортируют из страны. В основном были задержаны иностранные граждане. Здесь они занимались попрошайничеством. На первый раз мы им сделали предупреждение. Сейчас составляется протокол, и по решению суда выдворяем за пределы Республики Казахстан.